Всем привет! Мы очень любим японские и китайские сады, и в саду у нас очень много бетонных фонарей, ну, как имитация под каменные фонари. Ну, так вот, решили мы сделать в аквариуме маленький такой, ну, так скажем, восточный садик. Ну, и для этого, как самый главный атрибут восточного сада, это большой каменный фонарь. Ну, вместо каменного у нас будет фонарь из глины. Это просто глина, обожженная. Ну, то есть она уже крепкая, ее спокойно можно ставить в аквариум. Вот. И он, конечно, корявенький, но зато это абсолютно ручная работа. Сделан он уже давно, просто не было времени его собрать. Уже даже отбили один кончик от крыши. Ну и что, для того, чтобы его поставить в аквариум, мне нужно его собрать. А для того, чтобы никакие там сомы его не сбили, ну, чтобы он не развалился. Вот. А для того, чтобы собирать, я использую силиконовый клей. Силикон. Это аквариумный силикон, он уже старый, ни на какой аквариум его не хватит. И его уже все, ну, как бы он засох. Но внутри он еще годный. Я вот этими остатками сейчас буду склеивать свой, так скажем, китайский каменный фонарь. Ну, первым делом я подлечу крышу. Буквально капельку силикона. Вот так. И буду собирать фонарик. Ну, он у меня очень неровный, потому что, ну, как видно, это ручная лепка, тут наша печать. И я выбираю, как поровнее он будет держаться. Абсолютная точность тут не нужна. Так, набираем силикон. Теперь комната. И самая последняя крыша. Вот так. Этого вполне достаточно будет. Ну, теперь мне нужно ее ровненько выставить. И все. Собственно, я оставлю его сохнуть. Посмотрим на сутки, что с ним будет. Прошли сутки, и фонарик уже готов. Он склеился, все, клей схватился. Ну и теперь я временно помещу его в этот аквариум, просто чтобы показать вам, как он будет смотреться в воде. И поехали. Вот так. Сейчас все пузырьки воздуха выйдут. Вот. Ну а куда тот аквариум, в который он окончательно станет, это будет уже, думаю, в следующем видео, потому что у меня есть еще несколько задумок. Ну и в частности, так вот, немножко намекну, скажу. В общем, хочу сделать лунные врата со стеной.
Вот. Такая вот интересная штука. В общем, если вам было интересно видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока! Маленький бонус тем, кто досмотрел видео до конца. Обратите внимание, какой ажиотаж этот фонарь вызвал у рыб и креветок. Все бросились дружно его исследовать, изучать. Вот так-то. Прошло уже с полчаса, а креветки все никак не обследуют новый объект.